Thank you.
Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вы смотрите канал «Своя закваска». Друзья, я хочу вам показать мою маленькую весну. Вы знаете прекрасно, что у меня не очень много открытого грунта, всего 3 цветника, вот один из них, я его называю квадратный, по максимуму засажен весенне цветущими растениями. Здесь уже часть растений отцвели, в частности, фиолетовые примулы, желтые махровые тюльпаны, красно-желтые тюльпаны, одна куртина вот этих фиолетовых Blue Diamond. Ну вот то, что на сегодняшний день есть, очень хорошо сочетается по цвету. Потому что до этого здесь такой, конечно, был винегрет, который все равно меня радовал, заряжал меня позитивом и желанием работать дальше, потому что дел весной в саду очень много, и мне нужна была какая-то подпитка, поэтому я намеренно осенью сюда высаживала разные расцветки тюльпанов, чтобы порадовать именно себя и свою семью яркими красками. Но вот сейчас здесь все очень даже гармонично. Расцвел розовый бадан, еще цветет не то чтобы еще, а в полную силу цветет абриета, доцветает тюльпан Blue Diamond и коралловый тюльпан Триумф Санкт-Петербург. Всего 4 луковицы, это были остатки. Хотя я сейчас вам покажу длинный цветник, где я высаживала куртины по 5 луковиц. И, ну, мне, видимо, не везет. Практически везде зацвели по 4. Либо одна вообще не вышла, либо какая-то маленькая. Ну, в общем, сделала я вывод, что по 5 тюльпанов высаживать тоже мало. Надо высаживать по тюльпанов 10 минимум. И тогда это будет смотреться очень объемно, красиво, и даже четное количество цветов будет смотреться как полноценный букет. А 4 луковицы, конечно, смотрятся глуповато. Сегодня очень такой благодатный денек. 21 мая. Нет солнышка, но при этом очень бархатная такая погода, прошел дождь и не холодно. Сегодня день рождения моего мужа, и, наверное, в этом видео я вам еще покажу тортик, который я для него испекла. Пекла его вчера, но украшать буду сегодня. Вот немножко хочу пробежаться, показать, потому что просто не успею уже заснять эту красоту. Очень много дел в саду. Здесь еще отцвел арабис, вот видите, там на дальнем плане в последней цветочке. И вот там за флоксом растопыренным еще одна куртинка. И вот здесь доцветает. Очень красиво обильно цвел. Создавал здесь такой белый ажур. Вот уже отцвела брунера. Вот и в этом году я рассадила на 2 кочечки. Ну вот если вы вспомните, в прошлом году здесь, конечно, в это время было лысовато. Однозначно лысовато. А сейчас здесь все больше и больше разрастаются многолетники. Ну и осенью, как я уже сказала, я подсадила сюда очень много луковичных. Вот нарциссы здесь отцвели уже. Вот здесь нарциссы отцвели. Я, наверное, вставлю вам здесь такую подборочку видео, где я снимала, как они цвели. Тоже было очень красиво. Продолжает цвести еще многоцветковый нарцисс. Посмотрите, какая-то прелесть. Я в телеграм-канале не раз его показывала и фотографировала, и маленькое видео снимала. Потрясающе, просто потрясающий нарцисс. А в длинном цветнике у меня там целых 3 луковицы высажено, здесь всего 1. Вот видите, она сразу дала деточку. Вот здесь вот есть полноценная детка, которая в следующем году зацветет. Пусть он здесь сидит, он очень хорош здесь в сочетании с этим баданом. Просто великолепно. Но он, посмотрите, как он цветет. У него там еще по центру шапочки будут распускаться. Очень красиво он сочетается с абриетой и с тюльпаном Blue Diamond. Ну вот не знаю пока, мучаюсь я вопросом дизайна этого цветника. То есть все-таки оставлять ли здесь желто-красные оттенки, которые меня очень радуют. Или все-таки здесь сделать все гармонично по цвету, потому что однозначно перед домом у меня будет все подобрано по цвету. Там у меня будет розово-фиолетово-белые тона. Очень красиво в этом году все это смотрелось, хотя, конечно, еще ничего не разрослось. Я в этом году только высадила туда примулы. Надежда Сергеева, моя подписчица, в этом году мне презентовала огромную куртину этой белой примулы. И
Я просто не могла ее не рассадить. Сделала целых 12 луночек с этой примулой. Ну вот, что здесь еще сейчас красиво цветет. Видите, как хосточка вот эта гибридная красиво здесь сочетается и с очитком, и вот с этой примулой. Немножко она уже даже начала ее закрывать. Потрясающая примула, просто потрясающая. Она цветет позже, чем вот эта фиолетовая. Я сейчас вам фиолетовую вставлю, покажу, как она красиво цвела. Но сейчас цветник полный, потому что хосты распустились, распустился виноград. И здесь так вот зелено, радостно, земля черная, такая напитанная после дождя. Просто растения все дышат, такое ощущение, что вот видно, как им хорошо. Прекрасен здесь флокс растопыренный. Вот сдалека его показываю. И вот здесь, когда нарциссики цвели, светлые, очень прекрасное было такое деликатное сочетание голубого, белого и желтого. Такие пастельные тона. Очень красиво смотрелось. Вот сейчас, конечно, здесь желтый цвет немножечко выбивается, но его осталось очень мало. Вот когда здесь цвели вот махровые желтые тюльпаны, здесь, конечно, преимущество было желто-красных оттенков. И вот сиреневые тюльпаны и сиреневые абриеты здесь, конечно, смотрелись не очень хорошо. Но, еще раз повторюсь, это для меня все равно была большая радость. После долгой, холодной, снежной белой зимы увидите такое количество разнообразных красок. Здесь вот еще у меня цвели крокусы самой-самой ранней весной, в апреле. Немножечко здесь подцвели мускари, но они недавно подсажены, поэтому, конечно, там не обильное было цветение, одиночное. Но все равно это было очень приятно и радостно. После зимы увидите такое яркое цветение. Ну и долго здесь зависать не буду, еще немножечко про конику скажу. Посмотрите, как она подросла. Сейчас, может быть, здесь сделаю стоп-кадр или фотографию. Какую маленькую я сюда ее высаживала, и какая она сейчас уже хорошенькая, есть молодой прирост, вся такая она не подгоревшая, потому что я ее закрываю. Барбарисы, которые я регулярно стригу, начали уже вот набирать тут вегетативную массу. Пиончики набирают бутоны, будет цветение. Кстати, будет опять же розовые, поэтому здесь нужно, конечно, как-то вот этот момент продумать. Пока роза красная не цветет, наверное, все-таки в розовых таких тонах, в нежных, пастельных здесь нужно составлять цветник. Хотя вот горшечные культуры, которые сюда я все равно подсаживаю, я их создаю именно в той цветовой гамме, которая здесь преимущественно солирует летом. А летом здесь солирует красная роза. Поэтому я здесь как-то вот все создаю в красно-желтых оттенках. Ну вот надо продумать этот момент. Но сейчас давайте просто полюбуемся еще на вот эту композицию. Здесь приспособила пока старенький стульчик. Но на самом деле его, наверное, здесь я оставлю. Просто немножечко его декорируем, приварим элементы железные, декоративные. И поменяем вот эту сидушечку тоже на железную. Покрасим этот стульчик в черный цвет, чтобы он не бросался в глаза. И это будет такая стоечка. Видите, мы здесь старую черешню спилили. То есть у меня был такой высокий ствол, на котором тоже у меня находился какой-то микс. Очень было неудобно его поливать. И поэтому я решила в этом году его спилить полностью. И вот поставила вот такой микс, мне кажется, он очень хорошо сейчас выглядит, но просто потому, что здесь подсажен взрослый вербейник. То есть это маточник, с которого я снимала черенки. Посмотрите, какие уже длинные косы. Калибрха только расходится, а он уже создает здесь такую красивую лимонную вертикаль. Козью иву пришлось обработать, на нее напали вредители. Вообще, на самом деле, не беспроблемное растение. И клещ на нее нападает, и тля. То есть муравьи с удовольствием переносят на нее тлю. И здесь она страдает у меня от большого количества снега. То есть сгибается ствол. В общем-то, я думаю, что она недолговечна в этом цветнике. То есть в какой-то момент все равно придется ее убирать. Еще немножко хочу сказать про розы. Розы очень плохо в этом году перезимовали, но они все вышли. Где-то из нижних почек, из-под земли. В общем, все равно вегетативную массу набрали. Цветение будет. Я думаю, что в любом случае будет обильное. Единственное, что так я и не поборолась вот с этой болезнью, которую я вам показывала. Не знаю, что это такое. Обрабатывала по осени и железным купоросом, и весь сезон обрабатывала и топазом, и скором. В общем, не знаю, что это за болезнь. Вот такая вот проблема. Именно на этой розе.
Если вы узнали, пожалуйста, скажите, что это за болезнь, что это за проблема и как с этим бороться. Ну что, друзья, не хочу долго здесь зависать, потому что хочу еще чуть-чуть пробежаться по длинному цветнику, показать, там тоже расцвели тюльпаны. Но еще немножко задержусь на бриете. В прошлом году выращивала ее из семян. Прекрасно, на фоне поют птицы, но и при этом кто-то включил газонокосилку. Нет времени ждать, когда все это замолчит, потому что тороплюсь, сегодня день рождения, надо срочно собираться, собирать стол. И хочется не упустить вот этот вот прекрасный момент после дождя. Ну вот обриетка из семян. В прошлом году выращенная. Здесь она не пересаживалась, поэтому здесь она, конечно, посмотрите, как она хорошо обильно цветет. Три куртинки. А на горочке вся была пересажена, поэтому там она немножко прибаливает. Ну что ж, пойдемте в длинный цветник. Немножечко там посмотрим. Я прошу прощения, я еще здесь не удаляла сорняки, буду это делать гербицидом, поэтому жду, когда они поднимутся хорошо, поэтому на них, пожалуйста, не обращайте внимания. И видите, у нас в этом году еще одна совсем уж сложная поломка, которую не удалось починить с помощью кирпичей. В общем, пришлось вот вбивать также досточку. Ну, в общем, реконструкцию, конечно, требует этот цветник, но, видимо, это будет не этим летом. Давайте сейчас просто на тюльпанчики посмотрим. Я сюда много подсаживала тюльпанов, нарциссов и разных расцветок. Почему? Опять же, для вот этой вот весенней радости. Но в будущем, конечно, я хочу сделать этот цветник все-таки монохромным, чтобы здесь все-таки по цвету сочеталось. Вот, немножечко давайте посмотрим на тюльпан. Они сейчас в прекрасном состоянии. У них полностью не раскрыт цветочек, потому что нет солнца. Но при этом это не закрытый бутон. Это все тюльпаны, высаженные в этот цветник, серии «Триумф». Вот здесь вот розочка новая, которую я в этом году заказывала в интернет-магазине «Горшинка». Очень хороший посадочный материал пришел. Правда, вот с морозниками не повезло. Один морозник хороший, а второй так и не проснулся. Вот здесь потрясающие нарциссы. Три луковицы высаживала, и все они у меня взошли. И причем взошли одновременно. Все цветут. Вот есть места, где по одному нарциссику распустилось, а второй и третий бутон вот готовится к цветению, как, например, здесь. Ну, мы посмотрим просто на сам нарцисс. Красавец. Вот розочки, плохо перезимовавшие, но все-таки все отходят потихоньку. Я их долго вам показывать не буду. Покажу, что они все приблизительно вот в таком вот состоянии. Но главное, не погибли. Вот здесь тюльпанчики, видите, тоже одного сорта, но почему-то зацвели не вовремя. Эти пять тюльпанов уже полноценно цветут, а эти только-только готовятся к цветению. Но я люблю тюльпаны в любом состоянии, в состоянии бутонизации, когда только-только раскрываются, когда вот так вот полузакрытые бокалы. Ну, вообще сейчас просто идеальная картина, пять тюльпанов, причем они на разной высоте. Ну вот так не всегда получается. Видишь какую-то одну картинку, а в результате получается несколько другое. Вот здесь хорошо и давно уже цветут нарциссы. Сажала три луковицы, ну вот он решил, видимо, зацвести и еще одной деткой. Вот этот маленький нарциссик – это деточка. Очень он красивый и нежный. Посмотрите, какая это нежность. Я выбирала нарциссы только махровые. Ну, я максималистка, поэтому хочется видеть в своих цветниках только самое лучшее, но и вместе с тем неприхотливое, то есть которое не требует сильно большого ухода. Ну вот луковичные, я не думаю, что они требуют сильно большого ухода, потому что вот именно серию «Триумф» можно не выкапывать. То есть это тюльпаны достаточно простые, там скрещивается, по-моему, Дарвинов гибрид вот с каким-то другим тюльпаном. И они очень выносливые, и их можно долго-долго выращивать на одном месте. Посмотрите, какой тоже красивый тюльпанчик. И здесь две куртинки цветут одновременно. Розовый и невысокий. Все заявлены как невысокие тюльпаны, но вот видите, вот эти розовые не очень высокие, а вот те
прям достаточно рослые. Прям хорошо подойдут для срезки в букет. Так, не будем возвращаться, потому что времени очень мало. Видите, петунька уже высадила. Высадила манжетку, выращенную из семян. Высадила шалфей карадонна, который всю зиму размножала. Высадила шалфей шнейхюгель, который тоже размножала всю зиму. Но здесь вот такой потрясающий нарцисс. Пока вот только один цветет. Мне нравится, что вот этот желтый нарцисс, просто есть у меня еще в квадратном цветнике, желтый нарцисс, он очень сильно заваливается, у него тонкая ножка и очень крупный бутон. А здесь очень крепкая ножка и короткая. И бутон может быть чуть-чуть поменьше, чем в квадратном цветнике. Но, в общем, вот этот нарцисс мне нравится больше. А здесь вот котовничек подсажен. Вообще не все растения еще подсажены, которые я хотела. Так, вот гортензия Little Fries, которую тоже всю зиму размножала. Уже высадила. Вербейник манечный по осени сюда посаженный, набирает силу. Вы знаете, почти везде выжила гипсофила метельчатая. Она вообще привередливая. И я не думала, что она переживет эту зиму, но вот практически во всех местах она проснулась. И здесь вот такой вот красный тюльпанчик, это то, вот, о чем я говорила. Высаживала по 5 луковиц, а видите, здесь вот 4 на 4 получилось. Но здесь более-менее как-то логично выглядит 4 луковицы, а здесь прям, ну, прям квадратик. Но зато зацвели деточки. Вот такие вот бутончики я убираю, потому что пусть эта детка наберет силу. Я в этом году нашла ответ на свой вопрос, можно ли предотвратить луковицу от деления, если вот так вот выщипнуть бутончик в самом начале. Нет, это невозможно. Луковица, даже детка, посаженная по осени, она в любом случае умрет и разделится на замещающую, на дочернюю, и, возможно, даже эта детка еще даст деток. Поэтому, обрывая вот так бутон, мы просто даем возможность набрать большую силу замещающей луковицы, ну и дочерней, если она есть, если есть силы заложить дочернюю луковицу и деток. Ну, это вот такое вот отступление, просто я в этом году для себя нашла ответ на этот вопрос, поэтому с вами делюсь. Вот здесь незабудочка, которую я высевала в этом году семенами в марте и хотела, чтобы она зацвела у меня уже в цветнике. Да, это получилось, просто взошло всего 2 растения, в Телеграме опять же показывала. И жду, когда она отцветет, и посею ее вот здесь, вот в этом цветнике. Пусть она здесь размножается. Вот здесь как раз-таки хочу вот эти вот пастельные тона. Желтый, белый, голубой. Здесь, кстати, вот вербейник манечный будет хорошо создавать желтый оттенок, когда будут отцветать желтые, например, нарциссы или тюльпаны. Вот такой вот потрясающий нарцисс. Но здесь просто, я не знаю, здесь сколько слоев лепестков, трудно даже посчитать. Вот третий, его вообще пока не видно. Вот видите, цветет первый, второй и третий только на подходе. Но вот когда покупаешь луковицы в магазине, они всегда как-то странно цветут весной. А потом, когда уже обживутся на месте, на следующий год выходят уже более полноценными, такими одинаковыми, я бы сказала. Вот видите, здесь гипсофилка какая хорошая. Поближе покажу, что будет в этом году, скорее всего, цветение. Посмотрим вместе с вами, как это будет. Я думаю, что это будет красиво. Вот это тюльпан Санкт-Петербург, который потрясающе цвел в квадратном цветнике. Но там всего было 4 луковицы. Оставалось у меня 4 луковицы. А здесь было высажено по 5. И вот видите, они какие-то здесь странные получились. То ли подмерзли луковицы в этом цветнике, не знаю. Но вот в длинном цветнике вот все цвели вот так, все 4. Вот такие вот большие бокалы. Посмотрите, какой коралловый цвет. Потрясающий просто тюльпан. А вот это вот какой-то вот, как будто бы либо поврежденная луковица, либо маленькая. Вот один вообще недоразвитый какой-то. Я думаю, что здесь просто стоит, опять же, выщипнуть бутончик. Пусть набирает луковица силу замещающая, как я теперь уже поняла. Вот здесь более или менее, но тоже как-то странно вот здесь ведут себя бутоны. Надеюсь, что это не вирус. Вот посмотрите, вот не вирус ли это, то что вот странно вот эта луковица выглядит. И вот эта луковица тоже у меня вызывает вопросы. Вот это вот какая-то курчавость. Вот. Если это проблемные луковицы, скажите мне, пожалуйста, я
завяжу их и просто удалю. Потому что вот здесь вот вроде все хорошо, все нормально. Ну что ж, идем дальше. Вот такие вот еще нарциссики. Видите, покупала все разные. Ну вот нарциссы, они смотрятся гармонично разных расцветок, потому что они приблизительно все всегда в одной цветовой гамме. Бело, желто, ну вот иногда у них бывает такой персиковый, да, оттенок. Вот с тюльпанами, конечно, надо здесь подумать, поиграть. Вот здесь еще тюльпанчики не расцвели, тоже триумф, не помню, какая расцветочка. Я, наверное, все-таки потом сделаю отдельное видео, прям по сорту буду подходить, прикладывать, как он должен выглядеть на картинке и как он в реальности цветет. Возможно, но не обещаю. Вот этот нарцисс мне очень нравится, прям сама нежность. Вот буквально, наверное, сегодня или вчера распустился второй. Очень красивые. Люблю нарциссы. А вот здесь, по-моему, у меня такой вот пересортик получился. Вот таких нарциссов я не покупала. Он, конечно, тоже очень прекрасен. Вот покупала вот такие вот махровые. А вот здесь, видимо, какая-то одна луковица пересорт. Извините, не буду выключаться. Газонокосилка работает. Ну, быстренько уж досмотрим с вами, что здесь цветет. А здесь вот нарциссик только готовится к цветению. Вот видите, они приблизительно, да, все одинаковые. Поэтому можно нарциссы сочетать разных сортов. В цветнике это будет смотреться очень хорошо. И вот здесь вот тюльпан, который у меня цвел в квадратном цветнике. Там он у меня цвел как-то так правильно, одинаково. Две куртины, по 5 луковиц, все хорошо. Здесь почему-то вот такая история. Опять вместо 5 всего 3 полноценных бутона. Здесь 5, но они все разные по высоте и по времени цветения. Я думаю, что в этом цветнике все-таки они как-то немножечко подмерзли. Но я думаю, что когда куртину не выкапываешь из года в год, таких сюрпризов не случается, потому что там уже хорошо укорененные луковицы получаются с самого лета. Здесь вот настолько тяжелые бутоны, что роняет. Ой, как это красиво! Как прекрасен этот нарцисс! Просто замечательно. Сейчас еще с вами пробежимся быстренько по горочке, потому что она тоже, посмотрите, как она на глазах преображается. Как здесь прекрасно цветет сейчас флокс шаловидный. А, конечно, да, все еще маленькое. Куртиночки прям вот четко читаются. Еще нет вот этой полной заполненности. Видно черную землю. Но я уже счастлива, потому что я вижу результат труда. Я вижу, как она начинает преображаться, как она зацветает. Вот отчитки дают свою прелесть. Ну, здесь, конечно, сейчас король этой горочки – это вот этот флокс шаловидный. Как запели птички, прекрасно. Ой, люблю это состояние после дождя. Все такое живое, такое радостное. Вот флокс шаловидный, который покупала прошлой осенью. Голубенький такой. Нет, не голубенький, он такой лиловый. Тоже пастельный такой оттенок, нежный. И быстро-быстро очень куртины разрастаются. Флокс, конечно, в Телеграме тоже говорила про это. Незаменимое растение почвопокровное, которое быстро украсит желаемый участок. Не нужно ждать долго, когда он разрастется. Потрясающе быстро покрывает собой землю. Все, вот здесь пока ничего нового, кроме того, что я еще здесь высадила. Видите, это почвопокровная розочка красная Альпенглюхен. Я ее высадила для того, чтобы она перекликалась с моей красной розой, под которую Тёма мне взялся делать настоящую красивую опору. Ну, об этом я, конечно же, вам расскажу. Вот немножко поработала здесь с вот этим цветничком. Вот здесь то, что я вам и рассказывала. По 6 куртинок вокруг гортензии белые примулы от Надежды Сергеевой. Поднялись малинии. Поднялись шалфеи, ну шалфеи молоденькие, но все здесь по осени высаживалось, поэтому все выглядит пока очень скудненько, но потрясающе здесь цвели тюльпаны. Тюльпан Blue Diamond и тюльпан Анжелика. Анжелики здесь впоследствии будет больше, видите, здесь рассажены еще деточки. Вот на следующий год здесь прям будет такой бордюрчик красивый. Еще сделаю по 2 куртины тюльпана Blue Diamond вот здесь и вот здесь. И еще высажу сюда
рябчик шахматный, фиолетовый и белый. И все здесь будет очень гармонично по цвету. Здесь высажен тюльпан Blue Diamond. Я отсюда его выкопаю, когда полностью листва пожухнет, луковица созреет. Это все у меня пойдет вот в эти куртины. Я еще купила кору для этого цветника. И здесь будет... Я думаю, что в ближайшее время уже красота. Еще вот здесь вот подсажен у меня с осени котовничек, который вот-вот скоро тоже зацветет. Веник остроцветковый Карл Форстер поднимается. Все хорошо перезимовало, кроме моих по осени рассаженных дельфиниумов. Но это моя ошибка. Дельфиниумы рассаживают весной. Не знаю, на что я рассчитывала, делаю такую процедуру. Ну, в общем-то... Туда, значит, им дорога. Надежда Сергеевна все равно мне привезла еще одну деленочку этого дельфиниума. Но он будет расти уже не здесь, потому что здесь я придумала высадить вот в этих местах пасконник. Опять знакомая моя со своим питомником мне в помощь. У нее заказала 4 кустика, и скоро она мне их привезет. Вот здесь моя, как мне в Телеграме написали, правильная гортензия. Действительно, очень хорошо сформированная в форме чаши. Вот здесь внутри есть много зеленой поросли, которую надо убрать. Я пока не тороплюсь, я просто хочу взять на черенки, потому что люблю черенковать гортензию именно зеленым черенкованием. Вот мои череночки, которым по 2 года. То есть это будет 3-й сезон. И я думаю, что в этом году эти черенки уже хорошо зацветут. Вот 2-й череночек. То есть здесь прям полноценно будет 3-4 шапочки, которые сделают здесь свою красоту. Ну и чуть-чуть своей печальки. Я сказала, что розы перезимовали очень плохо. А вот плетистая роза вымерзла полностью. Вот, и мне ее пришлось подрезать до самого основания. Вот сейчас она набирает новую вегетативную массу. Но я сказала: Тём, это очень хорошо, что роза вымерзла. Это знак. Надо делать под нее опоры, потому что тебе ничего не будет мешать. Вот. Некоторые кусты тут пострадали еще по другой причине. Тём, в общем, тут небольшой пожар устроил, и молодые почки погорели. То есть, получается, вот это уже вторая волна молодых почек из-под земли. Вот здесь вот так вот выглядит, то есть тоже обрезано было под ноль. Ну, а вот здесь самый плохой вариант. То есть здесь вообще вот одна почечка. Ну, я не теряю надежды. Я думаю, что проснется. Дорогие друзья, не буду больше отнимать вашего времени. И сама побегу устраивать праздник для своего любимого мужа. Всем желаю всего самого-самого доброго. Ну и, конечно, благодарю вас за просмотр. Надеюсь, что вам было со мной интересно. До свидания.